Ребята, всем привет! Вы находитесь на канале «Бизнес на ключах» Бобермастер. И сегодня я вам покажу, как воскресить автомобиль при полной утере Audi A7 2011 года. Присаживайтесь поудобнее, ну а мы начинаем. Где находится BCM? Он находится в багажнике с правой стороны. Вы его снимаете, выглядит он именно так, то есть это корпус сейчас от него, потому что внутрянка, плата находится у меня уже на столе, готовая к чтению. Для чтения я буду использовать BCM2 адаптер от компании X-Cors. В общем, я подсоединил адаптер по инструкции. И обратите внимание теперь на то, как это все у меня здесь выглядит. То есть это у меня VVDI Proc. Это набор BCM2 адаптеру. Его надо подключить к самому адаптеру. Подключили плотненько, зажали специальными креплениями тут. И подаем 12 вольт в специальный Power адаптер, который также идет в комплекте. Все, питание подано, цепь у нас замкнулась. Выбираем на компьютере иммобилайзер Audi Log BCM2-1 адаптер. После чего нажимаем Data 2 и кнопочку прочитать. Я иногда прижимаю пальцами, чтобы контакта было больше, чтобы все прочиталось с первого раза. К сожалению, забыл подключить кабель к компьютеру. Так, сейчас подключаем его к компьютеру. И после этого нажимаем кнопочку прочитать. Ждем, пока у нас дата 1 прочитается, потом читаем дата 2. И следующем меню необходимо дата 1 и дата 2 подгрузить в VVDI 2 для того, чтобы нам через сервер X-Horse подготовил новый файл, сервисный файл, который необходимо будет загрузить на BCM, поехать в автомобиль и прописать новые ключи. В общем, друзья, для начала вы читаете дата 1, дата 2, загружаете эти два файла на сервер, вам приходит сервисный файл, который вы загружаете уже непосредственно на блок BCM. После чего не забывайте, отправляйте мне вот эти два файла, дата 1 и дата 2. После расчета на сервере я вам присылаю IMA данные и данные синхронизации, благодаря которым вы сможете прописать ключ при полной утере на Audi A7 2011 года выпуска. Друзья, я с вами прощаюсь, желаю вам успехов в работе, до новых встреч, пока!